Всем привет, ребята, меня зовут Кирилл, мы проходим суровый Dark Souls. Он реально суровый, дальше боссы предстоят сложные, но сейчас я не знаю, что за босс впереди, но, как вы видите, полотно там, а значит, схватка грядет. Мы по-прежнему в своем обличии, как было, пока ничего не меняли. Дьяконы глубин, ох, что-то вас много. Так, что-то слишком много. Знаете, что это мне напоминает? Первый Demon's Souls. Там был босс тоже очень похожий. Там, короче, такая большая хренотень была, и ее защищали вот эти вот такие же, как он, только мелкие со щитами. А здесь очень похоже, все дьяконы и основного надо зарубить. Так. Но он прячется постоянно. И вот эти вот мешают, их надо поубирать все. Мудаки. Я ожидал, босс будет серьезный, но он, в принципе, не сложный. Единственное, что их очень много. И это напрягает. Но эстосов у нас пока хватает. Будем ковырять и их, и его. Ого, они еще и фаерболами швыряются. Ублюдки. Да, попал, кажется. Так, опять стреляет. Не, вот если бы они все начали палить фаерболами, это было бы реально сложно очень. Ну что, их стало как-то поменьше значительно. Значит, уже скоро доберемся до него. Так, отвалите. Так, где он? О, он тоже перемещается. Из одного в другого. Как бы его душа. Так, ну что, открытый, получай. Так, опять куда-то свалил. Ого. Ой. Валим. Уворачиваемся. Мудаки, вроде бы такие медлительные, но когда их много, они все равно могут проблем наделать. О, мы дали один эстус на халяву. Неплохо. Снова 8. Даже не один, сколько их там было, я не смотрел. Мне кажется, тут есть какой-то подвох. Смотрите, они появляются снова. Они спавнятся. Вот в Demon's Souls они не спавнились. Там нужно было их убивать. И они уже не появлялись. А тут они рождаются. Вот уроды. На, получаем. Чё, блокирует. Во-во-во, опять их много. Да хрена просто. Залетаем. Получаем, уходим, уворачиваемся. Что-то они какие-то душные. Но у нас еще 6 эстосов, еще можем уработать. Слушайте, когда их слишком много, там это жесть. Вон лезут и лезут. Босс не сложный, я ожидал сложности какой-то. Вот сейчас меня могли бы завалить. 5 эстосов. Господи, помоги. Давай, давай, давай. Немного осталось. Уходим. Я как бы к нему обойду эту всю погонь. На, получай. Валим. Вот такие они душные, медленные, но напрягает количество. Тут вот как бы боссы уникальны, но есть боссы, которые ну вообще ни о чем, которые с первого удара выносятся.
принципе, во всех частях Souls такое было. Бывали такие боссы, которых, ну, вообще бить нефиг нафиг. Тут, ну, проиграть это вообще, это надо уметь. Вот и все. Вот и весь босс, наследник огня повержен, отлично. Вон маленькую куклу дали и душу дьякона глубин. Ну чё, замечательно. Мне это очень понравилось. Но, опять же, несложный босс. Я думаю, это подготовка к чему-то, как обычно бывает. Если босс оказывается какой-то, ну, легкий, то в скором времени появится что-то, что действительно будет рвать задницу. В общем, ребят, подытожим, все было хорошо. Спасибо за внимание, увидимся. Всем до скорого, всем пока.